Американка убила детей, а затем покончила с собой. Американка пыталась превратить дочь и сына в YouTube-звезд, выкладывая видеоролики, на которых они поют каверы на известные песни. В Северной Каролине женщина убила своих сына и дочь, затем покончила с собой, сообщает телеканал WKRN. В субботу, 13 января, полиция обнаружила тело 34-летней Кристины Тредвей недалеко от ее дома. По данным следствия, смерть наступила в результате самоубийства. Женщина спрыгнула с моста. Затем сотрудники приехали домой к семье, где обнаружили тела 7-летнего сына и 3-летней дочери женщины, которые были сильно избиты. Причина инцидента до сих пор неизвестна, однако правоохранители установили, что их убила мать. Тредвей выкладывала на своем YouTube-канале видеоролики, на большинстве из которых ее дети поют каверы на известные песни. В США мужчина расстрелял свою семью и совершил самоубийство. Напомним, в новогоднюю ночь 16-летний подросток из Нью-Джерси застрелил своих родителей, сестру и друга семьи, который гостил в доме. По материалам сайта newsgra.com.